Не все студенты смогли самоизолироваться дома, многие остались в общежитиях. Руководство Чувашского государственного педагогического университета имени Яковлева решило им помочь. Ну вот, поели, теперь можно и поспать. Так, пожалуй, выглядит самоизоляция большинства жителей Чувашии, но к ним точно не относятся студенты ЧГПУ имени Яковлева. В общежитиях вуза скучать не приходится. Образовательный процесс продолжается в полном объеме по расписанию. Все занятия проходят дистанционно в электронной информационной образовательной среде университета. Плюсы дистанционного обучения – то, что я могу проснуться за 5 минут до пары. То есть проснуться, спокойно умыться и выполнять задания. Минусы, наверное, потому что неудобно, то, что нет рядом преподавателя, хочется общения. В ЧГПУ учатся представители разных стран мира – Туркменистана, Казахстана, Китая, Камеруна, Иордании, Саудовской Аравии. Из-за пандемии коронавируса многие не смогли уехать, они остались в общежитии вуза. Таким студентам в университете оказывается поддержка. Не у всех есть возможность ждать помощи от родителей. Поэтому руководство вуза приняло решение о том, чтобы помочь студентам и приобрести продовольственные товары первой необходимости. 550 продуктовых наборов, включающих продукты первой необходимости, раздали студентам. Такой пакет получил и Рустам Душемов. Там макароны, рис, сахар, еще там самое необходимое. Мы сейчас сами готовим здесь. И у нас как раз сейчас проводятся конкурсы разные. Один из них – национальное блюдо. Конкурс национальных блюд – не единственное состязание между студентами. Даже сейчас, несмотря на пандемию, проходят все запланированные мероприятия. Фестиваль «Студенческая весна», конкурсы «Чувашпики», «Первокурсник года». Но в режиме онлайн и, конечно, с соблюдением всех санитарных требований. На каждом этаже у нас есть жидкое мыло и инструкция, как правильно мыть руки. Помещение каждый день мы проветриваем. Конечно же, скучаю по улицах, но в данный момент мы понимаем, то, что нужна самоизоляция. Такие строгие правила дают свои результаты. Студенты педагогического университета здоровы и готовятся к успешной сдаче предстоящей сессии.